Я бы хотела в Чернігові изменить дороги, подземные переходы. Може, людей, некоторых тоже хочется изменить. Детские больницы тоже сильно там. Доктора халатно относятся к деткам. У нас любая коммунальная организация, это все как было, так и осталось. Бюрократия, куча бумаги, все остальное. Хотя все может быть намного проще. Те же самые дороги, да, вот я автомобилист, и жена мне автомобилист, это большая проблема дороги. А что, по-моему, здесь много чего нужно менять. То есть, ну, как-то не продумано все настолько, что просто ужас. Дороги, может, где-то больше лавочек поставить для отдыха. Сделать его более чистым. Брать, например, стрижень. Я бы хотела, чтобы тротуары были нормальные, потому что я вот второй год с коляской езжу. Это литературными словами не назовешь. Хорошо было, если бы была большая площадка для волейбола. Хотелось изменить бы уровень жизни. Не повинно быть такой прерывы там между депутатами там, и простыми людьми, работниками, на які це все багатство заробляють. Хочу побажати, щоб ми перебороли цю корупцію, перебороли все і жили щасливо. Ну, треба ж, звісно, навести порядок, щоб от це от кінотеатр. Це ж позор нашого міста. Переходу там від України, теж там ужас. От таке. Треба дисципліну, щоб цвіти не рвали, клумби не топтали. Треба, щоб були штрафи от хороші і навіть до тюрми. Ну, а життя налабиться.